И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня я вам расскажу о такой вещи на бирже Gate.io, как пуш-транзакции. А перед этим подпишитесь на мой телеграм-канал, где я рассказываю, что я покупаю, что делаю в крипте, вообще что думаю о рынке. Например, сейчас я думаю то, что будет медвежья фаза. И я, кстати, говорил в своем телеграм-канале то, что продал более 90% криптовалюты при биткоине 60 тысяч долларов. Кстати, недавно в телеграм-канале участвовали в 100% аирдропе. В общем, заходите, там много всего интересного. А если вы хотите больше узнать о криптовалютной бирже Gate.io, переходите в плейлист Gate.io. Так, начинаем. Пуш-транзакции помогут вам беспрепятственно переводить свои активы другому пользователю очень быстро и безопасно. Самое важное в данном способе перевода – нужно перепроверять, чтобы все данные совпадали с теми, на которые вы переводите свои активы. Иначе вы их просто потеряете, если не отмените перевод после подтверждения. Так кому же доступен данный способ перевода? Доступен каждому пользователю с KYC-верификацией. Без нее, к сожалению, вы не сможете переводить через пуш-транзакции. Попросту функция перевода будет недоступна, как и большинству функций на бирже в целом, так что проходите верификацию KYC. Итак, теперь я вам расскажу более углубленно, что же все-таки такое пуш-транзакции. Пуш-транзакция — это новая функция Gate.io, позволяющая осуществлять одноранговые криптотранзакции и торговлю. Благодаря пуш пользователи биржи смогут напрямую торговать друг с другом на собственных условиях, что сделает криптоторговлю простой и вполне удобной, а еще и удобной для пользователя. Во время использования данной функции будьте внимательны по соображениям безопасности в том, что сумма переводов соответствует той, которую вы должны отправить, а также что платеж заполнен правильно и по адресу, прежде чем подтверждать перевод средств. В целом рекомендовал бы данный способ перевода как безопасный. Боль за таких транзакций будет тот факт, что, во-первых, это удобно по отношению к пользователю, не приходится слишком много заполнять. Второе, это безопасность. Без вашего ведома такую транзакцию никак не подделать и не сделать. Третье, естественно, лимиты. Лимитов на переводы нет. Вы можете хоть 50 тысяч биткоинов отправить, если они у вас, конечно же, есть. Хотя, может, и есть. Так что пишите в комментариях, есть ли среди вас киты. Заработать на этом у вас вряд ли получится. Но для тех, кто пользуется самой биржей, подойдет, потому что пуш очень удобный. Итак, как же воспользоваться данной функцией? Первый шаг. Переходим во вкладку «Трейдинг» и находим в нем окно «Пуш транзакции». Переходим в него. Вторым шагом нажимаем вкладку «Создать пуш». Вводим идентификатор пользователя, далее смотрим, в общем, вводим номер телефона или адрес электронной почты, на ваше усмотрение, каждому удобному по-разному. Выбирайте, какую валюту хотите перевести пользователю и ее количество. После того, как вы успешно заполнили все столбцы, переходим к третьему шагу. После нажатия кнопки «Подтвердить транзакцию» появится окно, которое вы видите сейчас на экране, с просьбой подтвердить информацию о транзакции. В нем вы еще раз должны перепроверить, что все данные, которые вы ввели, верны. Нажимаем кнопку «Подтвердить» и вводим пароль вашего фонда. Кстати, если не знаете, что такое пароль фонда, у меня есть видео. Код подтверждения Google и другой код подтверждения, если таковой имеется. Кстати, если вы еще не пользователь биржи Gate.io, то регистрируйтесь по ссылке в описании. У вас будет вечная и максимальная скидка на торговые комиссии, а именно 20%. Довольно весомая скидка. Все, поздравляю, вы успешно совершили пуш-транзакцию. Идем далее после того, как мы совершили транзакцию. И перевод успешно завершен. Вы можете посмотреть все детали в разделе «Мои переводы». Если вдруг захотите отменить транзакцию, вы с легкостью нажимаете «Отмена» в разделе «Действий». Как только вы нажмете «Отмену», средства будут заморожены и возвращены в конечном итоге на ваш счет. Прошу заметить, что транзакция происходит очень быстро и без каких-либо проблем. Всем спасибо за внимание, не забудьте поставить лайк на данное видео и оставить комментарий под роликом. Также там переходите по ссылочке в Телеграме, много всего интересного.